Ну, всех с победой. Хочется поздравить и нас, нашу команду, и болельщиков, потому что, несмотря на такой холод, пришло, как обычно, много болельщиков на данный момент. Если говорить по игре, но хорошая игра, и мы заслуженно победили. Соперник очень приличный, хорошо играет в пас, хорошо мяч контролирует. Но первые 15 минут было наше ощутимое полное преимущество. Мы забили гол, имели еще два голевых момента, прессинговали, не давали им выйти даже со своей половины поля. Но после гола немножко мы стали играть на удержание еще, там, на мой взгляд, рано, поэтому и такое территориальное преимущество было за «Спартаком». Ну а в целом-то за всю игру один момент вот в первом тайме, когда попали в штангу. А во втором тайме мы перестроились немножко, стали играть надежнее, правильнее, стали играть компактнее. И в целом-то, несмотря на контроль мяча со стороны «Спартака», который мы позволили им контролировать, да, не было не то, что ни одного момента, они и до штрафной-то не, в штрафную-то не входили. Поэтому заслуженная победа, а у нас и пенальти, почему-то только не главный судья дал, а боковой, что очень странно, чистейший пенальти. И плюс еще там и в первом тайме, и во втором несколько там таких хороших и голевых моментов. И Апаев в конце могли забить, и Кабялка, несмотря на то, что они играли это небольшое количество времени. Поэтому ощутимые наши преимущества по голевым моментам, по ударам, по воротам. И у нас было преимущество при стандартных положениях. На наш взгляд, они очень удобно для нас играют. Поэтому при штрафных и угловых мы создавали такие хорошие моменты. Но, к сожалению, не реализовали. Вопросы? А с чем была связана замена Афонина в перерыве? Ну, травма, конечно. Да? Травма, да. Травма. Он первый тайм доиграл, во втором мы решили не рисковать. Также и дебют сегодня у нас у Руденко, Абакум вчера травму получил. Уже в конце тренировки, уже я это даже не видел. Поэтому дебют Руденко на ноль сыграл, что очень важно и для него, и для нас. Мы на ноль наконец-то сыграли, давно не играли. Но в целом-то травмы они пошли, дисквалификация. Но это футбол, мы на это никогда не жалуемся и жаловаться не собираемся. Но уже понятно, что с Абакумом надолго? Ну, неизвестно, надолго или нет. Будем думать, посмотрим. Ну вот вы сказали про первые 15 минут, честно говоря, действительно, такой прессинг и такая скорость, которая была первые 15 минут. Почему каждый матч не начинается с такой 15 минут? Ведь «Спартак» позволял сегодня, или это поражение так подстегнуло игроков? Да нет, мы стараемся всегда так начать. И если, например, вспомнить там, не то что вспомнить, у нас много таких игр, да, просто мы после игры с «Зенитом», да, разговаривали там с их тренерским штабом, они говорят, ну мы так должны играть, а вы нас 30 минут смяли, мы вообще не могли выйти, не то что на чужой половине поля, а своей штрафной. У нас бывают такие игры. Нет, и сегодня, думаю, да, и... Каждый раз же не получается. Понятно. Ну, конечно, это зависит от соперника. Сегодня соперник «Спартак» очень много играет в пас, много выходит через вратаря, много выходит через короткие передачи. Это нам на руку, мы знаем, как с этим бороться, и что сегодня и показали. И в первом и втором тайме очень много перехватывали, очень много прессинговали, забирали мячей и тут же создавали моменты. Да, Роберт Геннадьевич, ну, во-первых, с первого места, с возвращением на первое место, сегодня собрали практически весь верх, там один полумомент был у «Спартака», несмотря на отсутствие Андреева. Наверное, с этим можно поздравить. В принципе, отсутствие того же самого Андреева, как какой-то проблемы в обороне, там, в игре на втором этаже, является или нет? Ну, конечно, это наш капитан, лидер команды, он играет все игры, и мы берем за счет сыгранности, и поэтому нарушаются, естественно, какие-то связи, с одной стороны. С другой стороны, у нас равноценные замены, мы и Полуяхтова переместили, и Васильева на фланг поставили, и в каких-то моментах мы, конечно, играем хуже, например, вверх, да, потому что все-таки два, не то что удара даже, да, в створ ворот, а два каких-то там кивка было в нашу сторону в первом тайме, если помните, после угловых, это... Мы были явно ниже ростом, но с другой стороны мы прибавили за счет Васильева в передачах вперед, в нацеленных передачах за спину, потому что он этим очень хорошо пользуется и хорошо умеет. Спасибо. Еще вопрос есть? Вдогонку-то по персоналиям. Сегодня вышел на последние несколько минут Марат Шагенов. Он уже все
полноценно готов, то есть мы можем рассчитывать его в старте или ближайшем? Ну, в старте не знаем, будем думать, потому что у нас все меньше и меньше. И Зюзин сейчас в сборную уезжает, и Сафонин неизвестно что. Но на данный момент он готов вот на столько, насколько мы его выпустили. Это 2 минуты плюс там дополнительные. Хотя он очень старается, и, естественно, но как бы организм не обманешь. После такой тяжелой травмы, после такого простоя, он тренируется всего буквально 2 недели в общей группе. По-моему, по нашему мнению, это очень мало. Спасибо. Но мы на него надеемся, естественно, в ближайших играх.